Приветствую всех! С вами программа «Внимание! Конкурс» и я ее ведущая Анастасия Насонкина. Наступило долгожданное лето, всеми любимая и самая веселая пора, особенно для школьников. Вот и наступило долгожданное лето, а вместе с ним и летние каникулы. Если вам от 7 до 14 лет, добро пожаловать в наш конкурс детского рисунка «Мастер-класс по этикету». Выберите любую тему, связанную с правилами хорошего тона, нарисуйте эту ситуацию и объясните, как нужно правильно себя вести. Также вам предстоит ответить на 3 вопроса вежливости. В конце месяца самые вежливые воспитанные участники получат призы. Для участия звоните 22-542. И наша первая участница конкурса «Мастер-класс по этикету» – 10-летняя Марина Пашинина. Встречаем! Привет, Марин! Привет, Настя! Давай с тобой познакомимся, расскажи нам немножко о себе. Я учусь в 4 классе, сейчас у нас каникулы. Марин, скажи, чем ты любишь увлекаться? Занималась танцами 2 года, потом пошла в рисовальную, уходила 3 месяца, мне понравилось. Мы рисовали всякие темы. Рисую я хорошо и танцую тоже. Каким танцем занималась? Всякими. И народными, и современными? Да. А выступали где-нибудь? Да. Расскажи немножко про выступление. Выступали в Тамбове, в коллективе «Эдельвейс», в кинотеатре «Смена» здесь танцевали. Мои рисунки пока что никуда не отсылали, не ставили. Мне, в общем, нравится рисовать, и я просто рисую для себя. У меня есть в дальнейшем мечта стать художницей. Я вот пришла на этот конкурс, чтобы показать, как я рисую, насколько я красиво рисую. Я рисую только для себя, и я хочу, чтобы всем зрителям понравился мой рисунок, и моя мечта в будущем сбылась. Марин, вот мы с тобой познакомились, а теперь пришло время для нашей викторины. Тебе предстоит ответить на 3 вопроса. Готова? Да. Тогда начинаем. Марина, скажи, за сколько времени до начала праздника необходимо прийти в гости? За 5-10 минут, можно и опоздать, или же за полчаса? За 5-10 минут до начала. Скажи, в какой руке нужно держать нож и вилку, если ты, конечно, не левша? В левый ножик, а в правую вилку. Скажи, какой из перечисленных продуктов нельзя брать руками, сидя за столом? Хлеб, печенье, свежие фрукты или же кусочек торта? Кусочек торта. Два правильных ответа из 3. Нашу викторину на знание этикета Марина прошла хорошо. Ошиблась лишь в одном ответе. По правилам, вилку нужно держать в левой руке, а нож в правой. Марина вполне может гордиться знанием правил хорошего тона. Марина, теперь пришло время посмотреть твой рисунок. Покажи и расскажи нам, что ты нарисовала. Давайте я помогу. Привет, меня зовут Марина. Я хочу вас познакомить с некоторыми правилами этикета. Первая картинка – уступать место пожилым людям. Необходимо уступать место пожилым людям. Вторая картинка – не забывай говорить спасибо. Вот ваше мороженое. Спасибо. Третья картинка – за столом ведите себя прилично. Если будешь баловаться за столом, можно подавиться и станет плохо. Четвертая картинка – не надо забывать про своих мам, бабушек и остальных родителей. Спасибо. С 8 марта, мама, спасибо, сынок. И последняя картинка по правилам этикета, она нож, вилка, ложка должны размещаться именно так, как показано на рисунке. Марин, ты отлично знаешь правила этикета. Было очень приятно с тобой познакомиться. Пока. С тобой тоже было приятно познакомиться. Пока. Напоминаю, что конкурс детского рисунка «Мастер-класс по этикету» продолжается. Если вам от 7 до 14 лет, поспешите принять участие. Лучшие юные художники получат призы. Для заявок звоните 22-542. Ждем вас. Пока! С
Спонсор нашей программы – магазин «Дочки и сыночки». Приглашает вас за покупками. «Дочки и сыночки» – это качественные товары для детей и подростков. Широкий ассортимент удобной и красивой одежды, обуви и аксессуаров для мальчиков и девочек, толстовки, спортивные костюмы, шорты, юбки, туники, брюки, сарафаны, блузки, джинсы, платья, футболки и многое другое. Магазин «Дочки и сыночки» находится недалеко от автовокзала, улица 8 марта, 2, павильон номер 1. Добро пожаловать!